Друзья, мне кажется совершенно обязательным, когда вы путешествуете по Венеции, проехать еще чуть-чуть и оказаться на островах Мурано. Да, на тех самых островах Мурано, где до сих пор делают потрясающей красоты стекло. Не венецианцы стекло придумали, но именно венецианцы придумали добавлять в стекло естественные красители, те же самые оксиды меди или золота, и получалось просто красиво. Испокон века получалось красиво. До сих пор это здорово. Галерей очень много, ни в коем случае не ограничивайтесь той, куда привезет вас туристический катер. Чуть пройдите по каналу, позаглядывайте во все галереи знаменитого муранского стекла и выберите себе какой-нибудь подарок на память.